подводим итоги встречи матча Обухова-Ветеранов, который закончился в ничью 3-3. С нами в студии Владимир Макаров и Максим Суслов. Владимир, ну, сегодня вы забили 3 мяча, наверное, один из такой ваших самых результативных матчей. Как получилось у вас настроить команду в атаке? Ну, небольшое перестроение команды за последние, 4-5 игр, у нас происходит там. Большое поражение, потом безголевые серии, что в Лиге чемпионов, что в чемпионате. То, что забили 3 мяча, это замечательно. Ну, Ворочек сегодня пару раз хороших моментов у них вытащил. Качели такие были туда-сюда. Мы довольны, что мы забили 3 мяча. Я считаю, хорошая команда против нас играла, боевые ребята. Знали, что будет тяжело. Максим, уже в этой студии неоднократно замечали, что ваша команда прибавляет в концовках встречи, но сегодня, наоборот, больше уже под конец игры ваша команда пропустила 3-й мяч. Что случилось сегодня? Ну, то, что мы пропустили, это не говорит никак о том, что мы играли как-то плохо. Наоборот, мне как раз-таки показалось, что все закономерно было, и что поначалу мы что-то как-то не могли раскачаться. Потом ближе уже там ко второму тайму, к середине второго тайма, и в конце тем более очень даже хорошо прибавили, и у нас были возможности при счете 3-2 развить свое преимущество, увеличить его как-то, да, там несколько хороших моментов. Затем несколько просто тоже невероятных моментов после того, как соперник сравнял счет. Сказать, что я игрой доволен, могу. Сказать, что результатом нет. Все как всегда, мы не забиваем миллион моментов. Сказать больше нечего добавить. Все-таки вы считаете, что ваша команда заслужила сегодня победу или ничья закономерный результат? Нет, я думаю, что ничья сегодня как раз-таки закономерна, потому что соперник тоже имел несколько прям классных моментов для того, чтобы забить. И даже после того, как они сравняли, мы там немножечко подрасслабились в какой-то момент, и им удалось провести несколько хороших атак, но в целом я думаю, что ничья как раз-таки сегодня закономерная будет. Вы также сегодня на Бровке отмечали, что ваша команда давно не начинала встречу с голом, то есть не уводила вперед, на самом... не открывала счет. Какие эмоции после этого? Ну да, в этот раз мы первые открыли счет. Обычно мы всегда начинаем с пропущенного мяча. Вот. По-моему, последний раз Деспирадос у нас, да, мы 2-0 повели, там, я помню, потом мы никогда первые не забивали, вот, да, хорошие эмоции, наконец-таки мы начинаем забивать, то есть прослеживается какой-то более-менее рисунок игры, раньше мы там бей вперед, комбинация придет, бей на солнце, окружай ворота, вот что мы играли, сейчас вот последние 3 игры мы больше что-то более-менее получается. Ну, я говорю, соперник сегодня боевой, вырывал все. Очень хорошие ребята настроены по-боевому. Нашим нападающим тяжело против таких играть. У нас ребята больше настроены на техничный футбол. Убирают ноги, видно то, что соперник вырывает. У нас ребята убирают ноги, честно говоря. У нас там два человека только, ну, боевые такие вот, защитники. Остальные полузащитники у нас, ну, по борьбе, по жесткости уступают во многом. Многим командам. В этом компоненте серьезно надо прибавлять. Тут только так. Спасибо.